Представляешь, ты увидишь и прозреешь реально, вот просто охереешь, блядь. Скажи еще раз. Скажи что-нибудь. Подписывайтесь на Брейна, он классный чел. А может быть у нас сегодня просто беззаставочный день? Какого? Я начал... Вот. Всем привет, друзья, добро пожаловать. Это у нас пятница 13. Хорошее начало, согласись. Чудесное классно. Начало. Знаешь, вот я тебе говорила, маски не хватает. Ой, это точно маски не я. Маски не хватает? Это точно не я. Как-то громко. А может, это я? Я не знаю, я бы Джейсон нормально. Или не Джейсон. Я не хочу быть Джейсоном. Ну, естественно, я должен играть за Пухлиша. Ну, как же это было бы милашно, если бы я играл за кого-то другого. Захожу. Чувак, ты идешь за мной? Эй! Ты идешь за мной, не хочешь идти? Ну да ладно. Подожди, немножко... если я, допустим, за Джейсона буду играть, ничего страшного? Да нет, ничего страшного. Ну ты уже спалился. Да закрой же ты! Ой, давно в мы не играли я в пятницу. Спалился, я... Давно я мы спалился, в пятницу нормально. Не играли. Очень давно не играли. В общем, если вы хотите больше пятницы, то надо собрать очень много лайков. Очень много лайков, чтобы мы, во-первых, вспомнили, что у нас тут да как. Так, возьмем вот эту штуку. Ага. А ты мне скажи, где ты? Ну, хотя, наверное. Я. Нет-нет-нет, турилка закрывай. Ай, короче, выбрасывай тогда. А, все. О, божечки-кошечки. Не ты там поставила? Ну, я знаю. Ух, ну ни хрена ой, себе. Джейсон, когда тебя увидит, он, наверное, реально просто... Смотри, какая у меня сиська, ты видишь? Ты видишь, что я не там поставила капкан? Так, забирай. Ты понимаешь, что у этого молодого человека сиськи больше, чем твоего персонажа? Да ты просто секси. Так, давай искать хоть что-нибудь полезное. Это что, кастрюля нет? Давай. Есть тефалью? Я предлагаю тебе начать с моей одежды. Ну, ты сможешь найти там что-нибудь полезное. Вот смотри, ты можешь... Ух ты, какая эротика 80-го левела. Блин, это прям даже мне понравилось. Слушай, пойдем отсюда, тут делать нечего. На карте этого товарища вроде бы еще нет. Выходи. Ты помнишь, что надо на иксе бегать? Да, я помню. Значит, побежали... Еще не успел забыть, понимаешь, как бы, еще нормально помню. Смотри, вот в этом доме точно кто-то есть, потому что туда кто-то бежал. Еще и дождь. Ты мне скажи, хоть раз... Это что было сейчас? Это ты типа вон сейчас... Джейсон! Вон он, Джейсон там! Беги обратно, обратно бежим! Это он что-то сказал или мне послышалось? Джейсон что-то сказал, Джейсон. Подожди, сказал, пошли в соседний. Hello? Пошли в соседний. Или он тут уже все вынес? Заходи я сюда. Не знаю, заходи в соседний. Я не знаю. Быстро беги за мной. Заходи в соседний. А тут дверей нет, Жулен. Да есть тут дверь. Нет. Есть тут нет двери. Там двери. Я не вижу там я нет же дверей, закрыла понимаешь? Вот дверь только что. Все, ты не Дашенька, в тот дом побежал. Все, прости, прости, дорогая, я побежал в другое место. Он вырубил мой свет. Мой кухляш испугался, я, короче, убежал. О, Элизабет. Лежа. Блядь, Элизабет. Твою мать, Элизабет здесь. Олежа? Не-не-не-не. У меня свет вырубили. У меня я вырубили. Понимаю, но Джейсон возле меня. Джейсон прямо здесь. А, да? Я уже должен бежать отсюда. Сорян. Хорошо. Сорян. Да открой ты сорян, дверь. Сорян, малышка, но за мной бежит очень опасный человек. Мишка, я да? Должен... Так, я бегу. Нихуя. Ай, блядь. Да какого ты что, блядь? Олежа, не ругайся. А я же пикаю. Я знаю. Я же да. Запищал. У меня есть пищалочка, я могу запикаться. Опа. Меня так, убили, подожди. Короче, я сдох. В смысле тебя убили? Когда да тебя я успели? Умер самый первый, я самый о, первый здорово, сдох. Здорово, просто, здорово. Тихо, 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 откройте, пустите. Пустите, алло. Откройте. Откройте. Наблюдайте за игроками. Я понаблюдаю за игроком. За мной понаблюдай. За тобой буду, да. Ой-ой-ой-ешки. А ты замечала, как красиво в лунном свете капельки пота на твоем теле облегают тебя? Тут двери хорошо. Хоть закрыли? Ты что-то со своим потом. Хорошо. А почему я играю не за ту бабу? Дверь закрой! Дверь закрывай! Так, закрывай, закрывай, молодец. Слушай, я боюсь, что Джейсон здесь где-то. О, смотри, о, здесь он! Сейчас будет самое классное. Я сейчас буду играть за... Короче, я за... сваливаю. Я забыл, как этого да глянцевого хера этого... зовут. Как его зовут? Хорошо, его зовут. Джейсон Вуди. О, беги, дура, беги, дура, беги. Спаситель вожатых, спаситель детей. Спаси попу мою. Попу мою беги спасать. Я спаситель детей, спаситель вожатых. Ты спаситель нашей задницы. Так, челик выбрался? Предположим. Челик не выбрался, ты понимаешь? Спасатель задницы. Ладно, я запомню это обязательно, я запомню. Все, я побежал. Помоги мне, пожалуйста, уважаемый. Как тебя там зовут? Тут закрыто. Слушай, ко мне кто-то бежит. Наверное, я. И... Да, Серёж? Да. Здорово. Здрасте. Там он, вон там, там. Я понял. Я понял. Может, нам скооперироваться как-то с выжившими? Так я же и хочу, там был выживший. Попробовать разработать какой-то план по спасению, понимаешь? Да, пошли машинку починим. Благая, смотри, в тех домах ничего не было. Вот смотри, вот домик есть. Я не знаю, заперт он или нет. У меня стамина да, закрыт, все. Давай зайдем в дом, потому что у меня стамина до свидос.
Тут все закрыто. Есть окно. Спасибо, что ты меня подождал. Понимаешь? Ты как настоящий мужчина, попер первый. Попер. Я мистер Попер. Представляешь, у меня был ник мистер Попер. Мистер Пропер? Так, я хочу подождать. Не Пропер, а мистер Попер. Вот аккумулятор, кстати, для машины. Смотри, вот хуяк. Ты... Я могу его взять. Подожди. Да, бери его, я с ружьем буду. Подожди-ка, кажется, что тут есть? Тут есть бита. Вообще надо осмотреться. Мужское дело отстреливаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, я хочу найти, может, тут ключи. А, хотя если тут есть аккумулятор, то тут больше ничего нет. Подвинься! Прощай, гаечный ключ. Мы с тобой настолько большие, что мы не можем пройти в один проем. Знаешь, будет очень забавно, если этот гаечный ключ мне бы спас жизнь, а ты меня потом не спасешь. Он тут. Гаечный ключ. Пошли. Возьми его и вздрючь. Так, полезли, побежали к машине. Слышь ты, поюн, пивун. Побежали. Я поюн. Я поюн. Так я знаю, что ты поюн. Поюн. Вон машина. Мамы. А что это шумит? А как? Радио какая шумит. Клавиша отвечает за то, чтобы я назад смотрел? Зет? Да фиг его знает. Нет, по-моему... Бля, я что-то выбросил, подожди. Что ты выбросил? Собирай. А я бегу. Сорян. Там, по-моему, еще одна машина стояла. О, что-то я тебе хотела сказать, я уже забыла. Наверное, ничего важного. Ничего страшного. Ну, конечно. Так, так говорят просто. А, ой, блядь! Ой, блядушки, блядушки, спасай блядушки, меня! Что тут происходит? Спасай меня! Я дал отпор этому бичу. Все нормально. А куда мы бежим? Детка, все нормально. Побежали. Тут двери нет. В дом повез, а по херу мороз, пофиг, беги. Просто беги в окно, подожди, давай в окно, вот, в дверь. Открывай дверь, открой дверь. Открой, пропусти я даму, побежали, даму пропускай. Ты понимаешь, что мне сейчас будет просто... У меня шея уже зачесалась от паники. Мистер Вурхи, смотри, мистер Вурхи. Зачем? В смысле? Ты зачем бьешься? Не надо так, биться, подожди, братан. Тут еще ой, дамочка. Я взял ружишко, давай. Вон, сзади, 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 сзади. Сам сказал, что ты фейк. Сзади, 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 сзади. Спасайте меня. Они меня же, ты говно, блядь. Вы отвлекаете, а я иду чинить машину. Почему люди иногда себя ведут так, как будто они не люди? Объясните мне, пожалуйста. Потому что он Джейсон. Стал передо мной, и когда я стрелял в Джейсона, я попал в человека. У тебя оружие? Уже нет, уже все просрано. Иди, отвлекай его, я чиню. Чем? Смотри, смотри, сейчас будем подбегать и бить. Все, бля, есть. Я попал в чей-то капкан. Твою ты мать. Спасайся и бежим отсюда. Там спасайся. Остался аккумулятор. Я пытаюсь спасаться. Ну, так, хорошо, аккумулятор я бегу остался. Так... Единственное, что нам осталось взять, это аккумчик. Тебя бьет. Блин. Тут есть оружие хоть. Давай, выиграй, да, меня... Бьет меня, все. Бьет меня, добил. Все, он меня... Ваше бренное тело. Что-то мне кажется, сейчас моей челюстью будет не очень что-то хорошее. Смотри, они приседают. Они присели там рядышком. Села муха на варенье, вот и все. Тут выживание. Как ты думаешь, кто-то выживет из них? Давай сейчас. О, мое тело там пинают. Ведь в пятницу 13, именно вот, получается, ролик выйдет в пятницу 13. Да, мы специально так подгадали. Потому что давно спрашивали, да. И причем еще и с вебкой. Ты представляешь, это двойной праздник. Хотя пятница 13. Вообще, на самом деле, пятница 13 у меня всегда был удачный. У меня всегда были пятерки в школе в этот день по пятибалльной системе. Поэтому... Просто все остальные одноклассники, видимо, бегали от Джейсона Вурхиза, понимаешь, спасались. Скорее всего, Дашка, значит... сидела в школе и училась, пока подожди, все пытались двое, спастись. Подожди, два человека осталось, остался мистер Вурхиз. Остался какой такая и мистер Вурхиз. Куча знаков вопроса и мистер Вурхиз. А где сам Джейсон? Я что-то не могу понять. Нас он легко выследил, а вот эти... Оу! Там кто-то орет, тут орет. О, одну поймали. What are you fucking? Что ты делаешь? Какого вот хера ты... Встает. Он встает, смотри, он встает. Встает, и недовольный еще какой-то, смотри. Все, дамочки, капец. Мне кажется, он хочет... Нет. Две дамочки, учти, две дамочки, это как... Это сила, понимаешь? Это женское братье. Женское это братство. Солидарность. Это сестринство. То есть, если одну бьют, то вторая ну, должна определенно дать щит. Поэтому твой Томми не помогал мне, да? Поэтому мой Томми... Подожди, никому не помог. Этот Джарвис, точно! Я вспомнила, как его зовут. Ой, слушай, а Джарвис. Тебе не кажется, что у девушки только что что-то из головы вылетело? Что, мозги? Если они там были. Ха-ха. Ладно, шучу. Шуточки, шуточка классная была, да? Шуточки такие прям, свежие, свежие шуточки. Нет, я о том, что у нее какой-то как предмет в голове. О, еще одну поймали. Ну все, эта дамочка уже проходит сквозь стекло, поэтому я уверена, что с ней уже все как полный капец. Тут какой-то Джейсон агрессивный. Джейсон не знает, куда бабу-то присобачить, смотри. Куда же ее бедненькую-то деть? Ого. На что ее можно насадить? Вон, опять что-то вылетело у барышни. Все? Ку-ку? Джейсон, подвинься, я ничего не вижу. Он либо любуется собой, а она починила,
И а он решил повредить. А он решил, да. Чё-то мне кажется, Джейсон развлекает. Я всё починила, а он всё сломал. Ой, я прям в Джейсона вошла. Слушай, а что он делает? Смотри. Я не знаю. Он хочет вызвать у нас эпилептический шок, приступ, я так понимаю. Он тошноту хочет вызвать у этих двух барышень. Вон, смотри, там что-то летает за ними, какой-то предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Предмет за ними летает. You want some more? А у меня никто не говорил, что у меня про самор не говорил никто. Ну, она говорит, you want some more? А у меня она молчала. You want some more или нет, блядь? You want some more. Представляешь? Типа, всем привет, с вами Иван Самор. Иван Самор? И каждый... Иван Самор. Хорошо. Ну, Джейсон куда-то они вообще... Они долго будут? Они вообще планируют так долго бегать, да? Ну, мы с тобой подождем Иван еще Самор. Немножечко. О, полицию вызывают. То есть они починили домик. Здравствуйте, он хочет нас убить. Что же нам делать? Once more, baby. Тебе надо было ответить от лица полицейских. Да нет, это какая-то... Девочки, вам... Вот так вот я бы ответил. Это было слишком жестоко, но правдиво. Ну, так как ты хотела иначе? Смотри, боже, смотрите, мою подружку бьют, что же мне делать? О боже, я только абонент сделала маникюр. Находится вне зоны действия. Перезвоните. Подожди, блин, у смотри. Ней, подожди, у нее, она уже повесила трубку, она все еще говорила. О, что звони, просто? звони, она в подругу звонит, смотри, она звонит свою подругу. Это просто... Чистая вода. Она хотела, видимо, это сейчас тонкая шутка будет, она хотела по внутреннему позвонить, понимаешь? По внутреннему хотела звякнуть. Межгородской, ебашки-барабашки, ты что делаешь? Смотри, звонит все еще. Одну держит, другая звонит. Неправильно набран номер. Пожалуйста, приезжайте, у меня не успели высохнуть ногти. Эти подружки тупо рофлят, смотри, одна звонит, блядь, вторая звонит. Вон, смотри, что это у них там летает? О, все, полиция успела приехать. Ну, почти. Полиция думает, лучше мы приедем, этих дур заберем, блядь. Мало ли, что они там назвонят. Мало ли, кому они будут что-нибудь делать. А может, они просто прикинутся дурачками и не будут их забирать? Вон, смотри, одна уже прошла сквозь подоконник. Ну, убивай давай уже. Прошла сквозь подоконник. Я тебе говорю, это уже пошло чисто развлечение. Мне кажется, что кто-то из этих двух барышень Джейсона знает. Ты еще скажи, это одна из его бывших. Вот это было бы классная штука. Это было бы прям топово. Почему одна? Почему не могут быть обе? Ну, вряд ли разрешают многоженство среди маньяков таких. А почему многоженство? Они просто встречались. У них ничего такого не было. Ничего серьезного. Они просто встречались, а потом он просто ее взял и пополам разрезал. Блядь, подожди, он встречался с одной, та ему изменила с другой, и в итоге Джейсон обезумел. Как тебе такой расклад? Я не знаю. Я вообще не понимаю, что происходит. По-моему, происходит какая-то дичь. 4 минуты остается до полиции. Никто никуда не спешит. Никто никого не ждет. Самое странное, что он их бьет, они вроде не лечатся особо. Вот у этой там, по-моему, полчелюсти уже отсутствуют. Он их бьет, а им это нравится. Такое создается впечатление, что девочки получают какое-то неистовое удовольствие от битья. Мне просто жалко. Вылезает. Туда-сюда. Солонишки какие. А ты подожди, ты за кем-то наблюдаешь? Я заблюдаю. За К. А, понятно. Ну, они бегают тупо по одному дому, поэтому я думаю, может быть, будем досматривать или же пойдем в следующий матч? А я только сейчас увидел, что, короче, моя камера вот здесь вот. Она закрывает видимость того, сколько осталось до полиции. 3 минуты 20 секунд. Короче, да, кстати, здесь маленькая да. такая красная, видишь, полосочка охеренная, короче. Охеренно. Ладно, не будем тогда досматривать эту сердобольщину. Я думаю, просто и перейдем к следующему матчу, да. И перейдем к следующему матчу, посмотрим, что будет там, наверное, уже. Вот. В конце надо было сделать. Вот. Я, кстати, за... Я не буду говорить, за кого я играю. Пусть это будет маленькой нашей тайной. Ну и не надо. Ну и не надо мне говорить ничего. Да ты что, издеваешься? Блин, музыкальная шкатулка вернулась. Ты же Джейс, а я все знаю. Почему ты это... Так, подожди. Чичикака. Я в домике по-моему, это у нас все-таки дом Джарвиса. Ну? Почему тебя сразу потянуло в дом Джарвиса? Ну, потому что ты же точно будешь сегодня Джарвисом. Так, это мое. Я не понял твои намеки сейчас, мадам. Это было намек на то, что я умру первый, типа, да? Нет, это намек на то, что ты меня будешь спасать. Это намек на то, что я должен умереть типа первый, я буду нет, Джарвисом. Нет, ты же не умрешь. Ну а как иначе? Ты конечно, же не умрешь, нет. Конечно нет, я не помру первый, так. Я умру второй. Тихо. Сорян. Я слушаю. О, можно пойти помыться. Опа. Слушай. Опача. Чего вы все куда-то убежали? Нет, мы можем сидеть. Побежали все.
Мы можем в одном... Игра диков, визит, по-моему. Так, слушай, у меня а есть как карта. Назад смотреть? Какая кнопка назад? Клацай все подряд. Точно какая-нибудь Alt. Подойдет. Alt тоже нет, Ctrl нет. Блин, по-моему, R попробуй, потому что я в прошлый... Точно, точно. Я в прошлый раз нажимала, и она... О, ножик, ножик, шможик я нашла. Ножик, ножик. Это странно. Ножик хуёжик был в Far Cry, кстати. Я знаю, но у меня будет просто ножик. Ножик режик, ножик олежик. Так, что здесь? Ножик орежик. Бля, он тут. Тут еще одна карта. А, тебе нет смысла говорить, что здесь есть карта. Так. Сань господня, он тут, по-моему, возле меня. Почему ну, хорошо, я... Я иду. Слушай, спасать тебя. Походу, ты, походу, это самое, немножечко накаркала, да? Он возле меня был, куда-то пропал. Хорошо, тебе не повезло. Так, вы что-то все там тусите, ладно? Как бы мне к вам сейчас прийти, чтобы он меня не схватил? Так, вот, ко мне кто-то бежит. Так, драйте, дамочка. Слушай, у меня все показатели пропали, это нормально вообще? Ты, значит, очень боишься. А чем мне бояться-то, блин? Тут никого нет. Труханю. Ты труханишь. Так, я зашла, и я сейчас... Дурында. Она зашла, знаешь, так вальяжненько себе домой. Так, закрывай. Ну, конечно, тут двери из фанеры, и я так понимаю, что их вынесут очень быстро. А ты хотела, чтобы двери были из металла, да? Ну да, чтобы Джейсон не мог... О, рация! Прекрасно. Рация, рация, на-на-на-на-на-на-на. Больше ругаться я не буду. Возле машины кто-то тусит. Так, подожди. Тут кто-то есть. Тут еще один челик прибежал. Да, челик прибежал. Здорово. Здрасте. А что ты такой же? Потому что это ты у меня взяла стиль. Я же модный стиль. Вообще-то я первая выбрала. Чего вы сорете? Не знаю, все хотят, я кричу. Беги, он здесь. Бегу, я вижу. Нет, не надо вылезать было. Бля, не надо было. Ты вылез? Да, давай в другой дом, быстренько, быстренько в дом. А где, в какой дом? Хорошо, когда ты поешь. О, открыто, нихера. Ой, Джарвис здесь. Джарвис, спасай. Джарвис, спаси ее. Я возле машины здесь. Что, сорян, но мы закрыли двери. Нет, мы двери закрыли. Моёч. О, статуя петуха, смотри, статуя петушка. Подождите со своим петухом. Какие ты дура. Там статуя петуха, ты видел статую петуха? А ты подождите со своим бюстом петушиным. Я тут Джарвиса пытаюсь спасти, Джарвис, заходи. Я понимаю, но там же статуя петуха. У нас тут с Джарвисом свои проблемы. О-оу. Воу. Странно. А, тут двери нет. Заперт. Тут двери нет, ё-моё. Ё-моё! Что же делать тогда, если нет дверей? Ну что, бить его, наверное. Так, я сейчас помогу. Давай, бей его! Давай, вставь ему, вставь! Правильно, бежим. У вас там такие диалоги, вставь ему, бей его. О-о-а-а, я пойду посмотрю даже. Не надо, он за нами как раз бежит. Мне даже стало интересно, что у вас там, блядь, происходит такое. Я потеряла биту... И у меня уже нет ножика. Я потеряла биту и надежду на спасение. Олежа, да? Помоги мне, пожалуйста. Может быть, ты нас прикроешь. Я. Чё там? Манту, манту. Не мочи манту. Чё ты, блядь, делаешь? Давай, бей. Все, капец. Ёпта, он его сломал, нахуй. Вот и беги. Он его поломал. Он просто взял и сломал. Он уронил его. Джарвис. Беги со мной. Голова у кого-то болит уже. Беги, Дашечка, беги. Я не могу, у меня стамина закончилась. Я сказал, беги! Я ладно. В этом домике уже была. Беги. Женщик, жди, сюрприз сейчас будет. А, он меня бьет! Не бей меня, не бей! Не туда! Тихо-тихо-тихо, в смысле? Ты чё делаешь, уродица? Нет, бьет меня палкой, насаживает копье, точёное, пики-хучёное. Пики-шмики. Черт, я тут все позапирала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там с другой стороны есть окно, через которое я вылазил. Пиздецочек какой-то пошел, понимаешь? Просто жопа, блядь. Жопа без ручки и без двери. Схватил меня, схватил, беги. Олежа, все. Схватил меня, схватил. Все, меня пока. Ну там и не очень много рифов получается. Сейчас хоть окно открою, залезу и спрячу. Подожди, то есть я с собой пожертвовала? Подожди, я что, с собой пожертвовала ради того, чтобы ты выжил? Да, ты сделала героический поступок, можешь взять печеньку. Все. Что это за звуки? Это ты или это кто-то другой? Это Кека, наверное. Перепугалась. Не, Кека, мы бы так не услышали. Слушай, у меня лечилка там была. Ты можешь сходить к моему трупу и полечиться, если хочешь.
Учти, он здесь. Сходи лечиться. И водички. Там напиться, да. Ну, я понял. То есть я теперь должен как-то что-то сделать, да? Ты должен без меня сделать. Учти, еще два человека живы, по-моему. Карты нет. Карта у меня была. Подожди, если... Подожди. Ты в доме Джарви... А, ты не в доме Джарви. У доме Джарвиса была еще одна карта. Че за суки, блядь? Че происходит вообще? Я смотрю на тебя со спины, ты очень угарный. Что просто за... беги. Просто беги. Что это за звук такой? Слышишь такой? Это что? Ты, наверное, так бегаешь. А копов кто-то вызвал? Нет. Копов, блядь, кто-то вызвал? Я вот зачем? Мог бы сбежать сейчас. А нахера действительно? Так, ищи дом Джарвиса. Копов... Где? Я тебе что это там самое? Там машина была. Возле... Навигатор, что как ориентир машины. Я уже даже карту практически выучила. На тот кусочек, пока я была жива. У меня 22-й левел, ты же слышала. Сказал же парнишка в той части. 20? Ну... Какой-то левел? Откуда я, по-твоему, учти, на 20-м левеле левел... знаю карту? У меня левел гораздо ниже, но я уже примерно ориентируюсь по карте. Ну, пока себя не похвалишь, никто же не похвалит. Даже, Ленчик, у меня полумертвая барышня, у меня нет никаких показателей на экране, кроме барышни. И мое число в углу, и все. Это все, что можно видеть сейчас. Я куда-то бегу. Так, подожди, по-моему, как раз здесь рядышком домик Джарвиса. Он там... О-оу. Ты имеешь в виду зайти и лечь, просто умереть там? Или Олеж, у меня для тебя плохие новости. Я слышу просто плохую музыку. Какую плохую? Вон туда, наверное, вон там, наверное, домик Джарвиса. Какой-то рэп включил. Смотри, кто-то. подожди, вон, ворота направо же, мне ворота кажется. Ворота направо, вот это? Ну, наверное, какой туда. Из этих... Что там написано? Не-не, подожди, что-то сказали, по-моему. Нет, тишина. Блядь, походу уже все. Это, походу, ее с того света зазывают. Типа, детка, ты что-то долго живешь. Ты же здесь был, по-моему, уже. Или здесь ты я буду был? Идти куда-нибудь обратно и закрывать за собой двери. Правильно, самый лучший вариант. Здесь точно кого-то убей. Ах, подожди, Иисусе, нет, здесь меня тебя, здесь не было. Вон там... Нет, капкан это не тело лежал, валяется. Я видел, нет, да, я это думал, капкан. Это тело валяется. Это она испугалась, типа. Она испугалась, кого-то увидела. Вон тело, по-моему, да? Или что это? Блин, это нихера камни. Не мутное. Это камни. Смотри, серьезно? Куча закрытых домов. Значит, там что-то есть. О, все, он пришел, он тут. Где? Где? Там он. Я поплыл, я вижу. Беги. Просто беги. Я бегу. Что мне остается делать? Просто у меня выбора нет никакого. Мне кажется, тебе налево, но я не уверена. Лучше меня не слушай. А лучше беги ну, налево. Вот там чувак какой-то. Это же лицо там, да? Где там лицо? Блять, это я что-то на шкафе. Я думал, это тело. Так, блядь, нет, один нет, тут сидит под крышей. Тут где-то бегает с ружьем челик. Беги. Все плохо. Все крайне. Отбивайся, может, у тебя ножик есть? Нет? У меня были эти. Беги! Куда? У тебя такое выражение лица было у твоего перса, его так перекосило. Я бегу, я сейчас в воду, короче, и рыбам на корм. Да, я так и поняла. Не надо, отпусти меня. Он пытается сейчас что-то, наверное... Ты хуя, блядь, тебе. Подожди, он просто тебе дал по заднице, и все, и ты умерла от этого? Да, он практически как Роналду, он отбил, понимаешь? С головы где-то упадет. А, подожди, голова? Какая голова? Он уронил меня и дал мне с ноги по лицу. Лицо отлетело, как мяч. А где голова? Куда он делся? Вот и все. И я не знаю, где. Вот и сказочки конец. Понимаю. Так, один... О, подожди, одну подругу нашли, походу. Да? Она вон спряталась, смотри, она в самой темной комнате сидит. Она надеется, что Джейсон ее не найдет. А вон какой смысл? Какой смысл ей там сидеть? Ну, может, он или она думает, что его не найдут? Я просто слышу топанье. А, подожди, так не его. И за вот этим, за челиком бежит. Или нет? Слушай, я не вижу Джейсона. А, вон там, где баба сидит, там точно топают. Что-то, по-моему, какая-то дичь происходит, нет? В доме Джарвиса все. Если это домик Джарвиса. А, да. Смотри, он привел его Джарвиса. Сюда. По-моему, он сюда... Вон там, где баба спряталась, он привел сюда Джейсона. Да. Охеренно. Вот молодец. Он и побежал за ней, смотри. Give away my spa. Не повезло. My spa. У нас еще и Джейсон Англейс. А нет, не Джейсон. О, как он жахнул, смотри. Так меня он точно так же убил. Она встала, нет, не встала, мать. Нет, там просто тело шевелится. Руки такие же красивые, как ноги были. Типа такие же длинные, получается. Уже их нет. Посмотри на лицо этого чела. Лицо этого посмотри чела? Посмотри на его лицо. Это искаженное лицо ужасом. Как думаешь, Джейсон победит? Блин, я не знаю.
Опять же, кто-то не ставил себе цель выжить здесь, понимаешь? Да, все играли как попало. Не хитрые. Смотри, как он метко метает эти ножи. Метко не попадает? Смотри, метко не попадает, да. Ну, потому что этот челик, я смотрю, что жив-здоров. Мне кажется, пацану надо немножко прикрыть рот, потому что мало ли что залетит туда. И он так проветривается. Посмотри на это лицо. Нет, лечится? Слушай, он, походу, у всех хилки наворовал, кто умер. Ну, мне даже интересно, что здесь будет. Но мне что-то подсказывает, что тут Джейсон прокачан такой. Опа! Дверь перед ними закрыли. Это самое нехорошее, как делают. Самое некрасивое. Пылась, давай, я же за него переживаю больше, чем за других персонажей. Нравится, он прыгает вот так вот. Он практически рыбкой, делает да? Вот такие вот жесты, да, вот такие вот манипуляции. Особенно мне нравится, что через заборы здесь нельзя перелазить. Ножки заборы здесь можно ломать. Смотри, забор спокойно ломается. Так это делает Джейсон, а персонаж не может. Надо сказать, этот забор... Это было угарно. Ну, уже ж сидит. В этой жизни надо успеть потанцевать еще перед смертью, понимаешь? Сплясать немножечко. Ой, зря он через эти окна полез. А, смотри, лечится, танцует, лечится, перелазит. Не получится у него. Это какая-то, знаешь, это Том и Джерри в современной интерпретации. Только Джейсон выступает в роли Тома, а это вроде мальчик вроде Джерри. Ну да, что-то есть. Жалко, что не удалось убить его. А он там использует, его. Да? Что-то у него звук какой-то? Нет. Он просто убегает и все. Понятно. Просто кошки-мышки. Не-не-не, там целая канонада из музыки разной, понимаешь? Целая музыкальная комедия, там диги-диги-диги-диги-диги-диги-диги-дай. Все, чувак. Все, чувак. Нет, да, он просто его выбросил. Он просто его кинул, потому что заманал, просто все, он его выбросил. Вы мертв. Спасибо. Вы мертв. А почему не мертвы? Это... Ну зачем? It's my good boy. Mommy has a reward for you. Ну что, ты хочешь продолжить следующей серии? Ты знаешь, я даже немножечко как бы вошел во вкус, в этот вот, так сказать, влился в поток этой прекрасной необновляемой игры, поэтому я могу продолжить еще потом. Ты имеешь в виду следующей вот. Серии или же еще один забег ты хочешь сделать? Надо было просто... Нет, я думаю, для этого ролика нормально, в принципе. Мы обычно всегда с тобой делали два забега. Они получились не очень большие, потому что у нас были очень агрессивные Джейсоны. Но, возможно, у нас будет еще один ролик, поэтому, если ты хочешь его увидеть, что надо сделать? Поэтому, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, и мы продолжим играть в следующей серии с Дашкой в пятницу 13-е. Всего хорошего, чау-какау. Пока-пока. Пока-пока. Nothing to